Вот, зять дружит с тещей, ну, в общем-то, много-много лет. Алло, тещенька, привет. Как кто? Ваш зятёчечек в пальто. Как какой зятёчечек? То, что обещал вашу дочурку сделать счастливой, не вышло. Да, ну некогда. С какой пивнушки, теща? С какой пивнушки я звоню? Я говорю, пацан, по пивнушкам бегай. Я по-взрослому вам из вытрезвителя звонил. Случайно, тещенька, случайно попал. Да, вышел ночью из этого казино в трусах. А в чем же из казино, тещенька? Да, и два сержанта подходят и говорят, дыхни. Я и дыхнул. Нормально, да. Они тоже тут оба лежат. И собачка их не оттярка. Не держит дыхалку. Лимита. Я что звоню, тёщенька? Узнать, как ваше здоровье. До моего звонка лучше себя чувствует. Буду чаще вам звонить. Нет, тёщенька, я чего звоню? Вот тут их руководитель, начальник вот этого утрезвителя, он говорит, если какая-то теща за своим зятечком приедет лично забирать, он мало того, что отпустит, еще с тобой бутылку даст. Не, ну не вам, пострадавшим. Не, не сегодня, тещенька. Это он не сегодня придумал. Да, год назад. Не, не. Ни одна теща еще своего зятечка не забрала. Нет таких дур. Может, вы будете... Не, ну как бы начнете движение... Нет. Тёщенька, а что я вам плохого по жизни сделал? Вот сколько я вам по жизни сделал добра, и сколько еще готовлю, вы даже не знаете. Я к вам, тёща, я к вам отношусь как к человеку. Понимаете? Я тесть-то ёжиком вот прическа, ваш муж, я его родственников всех знаю, всех уважаю, а дочурка ваша, красотулька это, у меня с ней совместное производство, а у меня больше ни с кем. Ну как, какое совместное? Дочка, ваша внучка. У вас внук? Значит, у меня этот сын. Тёща, да вы не обижайтесь. Я вам не с курорта звонил, не в Юрмале, а я все-таки в отрезвителе. Вы были в отрезвителе? Нет? Какие ваши годы? Еще? Вот. Нет, тёщенька, я, во-первых, поздравляю вас с наступающим днем рождения. У вас, как всегда, зимой, да? Летом? Вот вас скрутило-то, Нет. А я, тёщенька, вот все думаю, что меня всегда морозило на вашем дне с бодуна. Конечно, да. Нет, тёщенька, хочу спросить, какой подарок вам сделать? Лучший подарок, чтобы не приходил к вам. Это дорогой подарок, тёща, я извиняюсь. Это я не догоняю. Где же я похмеляться буду? Нет, тёщенька, я вот тут дружбан лежит рядом. Вот здесь вот, валяется. Он за что? Он своей теще батут подарил, теща. Батут. Высота прыжка 5 метров, 5. А у их потолок 2,5. Она, дурочка, прыгнула. Чего-чего. Теперь у него другая теща. Да не намекаю я к вам-то по-человечески. Я же, помните, мы с вами обои клеили? Обои. Да, еще стена на вас упала, как по голове. Не помните? А как вы можете запомнить? У вас память с тех пор глючит. Да. Ничего, я вам напомню. А помните, я вас с 8 марта поздравил? А как? Ну и что 16 апреля? А цветов сколько? Ну и что не живые, а стоят сколько? Может еще пригодятся, когда мы вас... На пенсию навсегда, а?
Ничего я не намекаю, Леша, я извиняюсь. Ничего я не намекаю. Да что? Да что? Что я вашего здоровья не знаю? Да мы не дождемся. Вы еще простудитесь на моих похоронах. Да. Да, теща, нет. Это я точно в холодильник. Вот вашу фотку приклеил я. Как для чего? Как для чего? Как? Открываешь холодильник, сразу видно, кто тебя поет, кормит. В хорошем смысле. Да не, если бы не мои друзья, я бы все время был голодный и трезвый. Не, ну я к чему говорю, теща? Я вот волнуюсь, что вы говорите как-то в нос. В рот. А что? Зубки болят. Моя красота. Оба. Вот я говорил, у тещи должно быть два зуба, два. Один, чтобы открывать пиво любимому зятю. Второй, чтоб все время болел. Нет, тещенька, я извиняюсь, это не я вам конфеты, петарды подложил. Нет. Это внучек ваш, он же весь в маму такой же подлючий. Нет, тещенька, вот если вы меня заберете из отрезителя, вот заберете меня, я вам сдам тестя. Да. Я скажу, где он заначку прячет. Он за это время столько там накопил, вы себе зубы сможете ставить в два ряда, в два, во все труднодоступные места. Будут там зубы у вас. Чего? Прячет где? Вам в рифму ответить или... Теща, я извиняюсь, я не могу сказать. Вот если вы меня заберете, я скажу, едете. Моя-то красотулька. Жду. Теперь не забыть бы тестю позвонить, чтобы он заначку перепрятал.